Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right. Let's focus on the goal. Come on! Здорово, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, спикер, и продолжается зеленый ад. Мы продолжаем выживать 100 дней выживания при максимальной сложности без смертей. Мы пришли на охоту, и охота нашла нас, понимаешь, видишь, попался. Попался наш кабанчик уже в нашу сеть, и у нас есть мясо. У нас есть много жирного мяса, которое нужно, конечно, приготовить. Так, все, ловушку опускаем. Вот таких смертельных ловушек нужно сделать намного больше. Сейчас пойдем разгружать, быстренько закинем и идем сюда строить эти ловушки. Потому что уже скоро стемнеет, потому что уже нам осталось выживать здесь 31 день выживания. А я еще не набрал пару килограмм лишних на этом острове, в этих джунглях. Так, кидаем мясо мы сюда. И, конечно, надо будет костер поддерживать до 100% готовки этого мяса. О, смотри, сколько. 4 куска жирного мяса. Так, окейшки, у нас есть уголечки. Да, у нас много уголечков. Все, поддерживаем костер до готовки. Все, погнали, погнались. Что у нас по килограмм? 29 килограмм. Очуменно, обалденно. Все, выкидываем. Здесь выкидываем. 27 килограмм. Еще можно освободить пару килограммчик с помощью камней. Нормально. А что у нас по бананам? Один день. Там испорченный банан есть один, кстати. А, к черту, вода у нас есть, все, погнали строить ловушки. А, таскать толстые бревна, длинные палки, веревки и все дела, туземцев мы всех убьем. Я готов всех убить, потому что это мои джунгли. Фу, вот это добыча. А зачем мне ставить так много здесь вот этих ловушек, если уже попался второй кабибара? Я не понимаю, слушай. Я сбегал, отнес мясо, пришел сюда, а здесь снова попался. Вот, понимаю. Обалденные глючки в мою пользу. Обалденно. Хорошо, опускаем. Погнали обратно. Все, мясо есть. Я хочу реально много есть. Жалко животных. Но жалко будет, если я не проживу эти 100 дней при этой же попытке выживания. Потому что уже попытка 5 или 6 выживания, и меня убивали крокодилы, туземцы. Шишки упали. Шишки мы заберем. Свежие шишки, они всегда пригодятся. Здесь у нас есть... тут есть ящерица, тут есть мышка. Тут есть жаба. Это раньше мы, ели эту дичь. Но прошло то время, когда мы ели эту дичь. Кстати, я хочу меда. Я реально хочу меда. Я пошел за медом. Я пошел за медом. Огонь. Хедшот есть. Мед, 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 мед. Где мой мед? Ой, ой, пчела! Ах, пчела! Где мой мед? Мед заберем! Ай, пчелы кусаются! Пчелы укусили меня! Пчелы накусали!
Сейчас, погоди, погоди. А я посмотрим. Я мы посмотрим, что он, где покусали нас Шепчевы, и мы, конечно, маленько... Наверное, руки. А нет, ноги покусали. Ой-ой-ой, как отвратительно это смотрится. А, конечно, нужно сделать перевязку тебе, мой друг, да? Перевязку хочешь? Нет, не хочешь? Погоди, вот такую, да? А с табаком или с чем? Ну, знаешь, пчелы, в принципе, это не смертельно. Можно сделать, знаешь, перевязку изготовить. А, из меда. Можно, да? Да, можно изготовить с помощью меда. А, и посмотреть, поможет, нет или не поможет. Так, на ноге. Ой-ой-ой, как отвратительно это смотрится. Да погоди. Смотри туда, смотри на ногу. Да. Мед добыли и сделали перевязку. Ну, обалденно. Получилось так как. Так, надеюсь, это дело пройдет. А нет, секундочку, походу, есть еще на другой ноге. О, покусали ты как по ногам. А, окей, у меня дома есть мед. Погнали домой. Да, дома есть мед, нужно сделать еще одну перевязку. Сколько тут кокосиков? Так, кокос заберем, занесем домой, сделаем декорчик. И, конечно же, сделаем себе перевязку. Так, декор, декор, декор. Куда мы бросим? Давай здесь бросим декорчик. Так, костер у нас горит. Все чудесно, его поддерживаем. Сбегал, конечно же, за мясом, сбегал за медом. Пускай поддерживается. Мед был, мне кажется, вот тут. Так, ну, конечно, изготовить и одну перевязку. Нужно подлечиться сразу же полностью, чтобы, знаешь, не болеть. Реально не болеть. На ноге. Пчелы валялись у нас на земле, поэтому покусали все ноги. Левую, правую ногу покусали, а руки не тронули. Руки трогают туземцы, когда бьют меня. Тогда броник слетает очень быстро. Так, что у нас здесь? Здесь у нас пусто. А, здесь, ой, сколько тут перевязок. Ты посмотри, я заберу, наверное, пару штук себе еще. Очень много перевязок. Знаешь, я хочу приготовить себе супчик. Я давненько не кушал супчик из костей. Так, это сюда. Так, фляжка есть еще. А, есть вода. Это сюда. Все, кидаем. Пару костей кидаем. Потому что костей много, может сделать броник. Но он долго держится. Поэтому я хочу сварить себе супчик и скушать. Там есть жир. Там маленькая протеинчика, который... И вода сразу поднимает. Смотри, как офигенно. О, подняли. О, подняли. Все подняли. Все подняли 100%. Один банан и все. И готово. Так, погоди, там есть плохой банан. Так, его убрать нужно. Вот таким макаром. Все, убрали. А, что у нас тут? Коптится мясом. Угу. Она слишком долго коптится. Давай-ка закинем. Вот так уголечек. Здесь у нас вяленое мясо еще готовится. Очень долго готовится это мясо. У нас есть свежее мясо, кстати. Ага, 17 часов. Я, наверное, подожду и сделаю, наверное, копченое мясо. Потому что намного вкуснее оно. Намного питательнее. А здесь у нас мясо испорчено, и, в принципе, я не хочу есть. Мяса реально много, а я есть не хочу. Реально есть не хочу. Так, мне нужны бревна, мне нужны палки. А что осталось достроить здесь? Нужны бревна, кстати, еще. Да, нужно много бревен. А погнали за бревнами прямо сейчас. Я бесстрашный серый волк, я пойду в лес. А бревна, бревна были вон там. Бревна есть и вон там. Они одинаковы по расстоянию. Там... Ой, мясо, мясо, мясо. Обалдеть. Слышь, реально. Одна ловушка меня обеспечивает мясом, походу, на все 100%. Можно делать вот этот, кстати, сиок. Вроде с помощью него можно поймать попугайчика. Ну, возможно, я ошибаюсь. Нужно сделать и посмотреть. Так, копье возьмем. У нас есть два копья. Смотри, 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 бегает. А шишки? Шишки я заберу. Одна, где вторая шишка? А где вторая шишка, не вижу. Ну хорошо, одной шишки будет достаточно. Так, погнали за толстыми бревнами. Мне нужно бревна еще. Туземцы, вы где? Так, это дело сразу съесть. Правда, у меня руки грязные. Руки грязные есть не надо. Слушай, сейчас темнеет, я потом, конечно, не найду выход. Это что за бамбуковый заросли? Я куда пришел? А, все понятно, я вспомню, куда я пришел. Так, здесь мы рубили. Здесь мы рубили, но здесь у нас похоже... О, есть еще толстые дерева. Да, есть толстые деревья. А мне нужно два толстых дерева и достроить ловушку. Так, ну погоди. Наверное, заберем мелкие палочки. Которые, по идее, мне нужны еще. Да, заберем. Добыть.
Так, у меня появилась, походу, пиявочка, нужно ее убрать. Ну, сейчас идет стемнело, очень довольно опасно здесь находиться. Так, заберем, наверное, веревки. Они тоже пригодятся. Заберем веревочки. Так, мелкие палочки заберем. А, два толстых бревна. Погоди, еще мелкие палочки. Два толстых бревна и катим мы отсюда. Быстренько, быстренько катимся отсюда. Пока слишком не стемнело. Потому что стемнело, я уже ничего не вижу. Я смотрю только на небо и вижу только небо. А вроде поднимается. О, надо, да, поднимается. Сейчас будет много светлее. Бежим, бежим, бежим. Никого не вижу. Обалденно. Все пока офигенно. Так, у нас пиявка. Да, пиявка. Так, бревна, а мелкие палки. И нужна длинная палка. Хорошо. Побежали мы обратно. Так, уберем, наверное, эту пиявку. Чтобы, знаешь, она не мешалась мне. Ой, я без броника бегал. А где ее найду? Здесь темно, я не вижу. А, вот нашел. Одна пиявка. Одеваем броник и погнали за длинной палкой. Так, копье, копье, копье. Так, поднимайся, у нас довольно хорошо видно. Где-то было у меня на полянке валялось две длинные палки. Вот где-то тут там. Да, есть они. Их заберем. Друг мой, напиши в комментариях, стоит идти путешествовать в джунгли именно ночью. Потому что ночью намного опаснее, намного интереснее выживать, конечно же, знаешь, куда неизвестность в кустах таится. Так, мне нужны веревки. Две веревки и все готово. А веревки у нас есть поблизости. Веревочки есть. Так, одна веревка. Вторая веревочка. Знаешь, нужно уже изучать кузнеца, мне кажется, потому что осталось нам выживать 31 день выживания. Смотри, смотри, сейчас будет хедшот. Сейчас будет хедшот. Оп, нет, 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 не получилось. Слишком далеко он был. Убежал с моей стрелой. Так, еще одна веревка и, по идее, все готово. Так, веревки есть еще, да? Да, веревочки есть. Мышки бегают, лягушки квакают. Настоящие джунгли. Так, и готово. Здесь нужно, конечно, ловить на какую-то приманку. На банан. Можно поймать кого-нибудь. Так, у нас есть мясо. Мясо забираем и идем домой. Руки моем и будем ужинать и спать, конечно же. Так, у нас все забито полностью. 8 часов, практически 9 часов. Туземцев я не вижу. Куда они все подевались? Всех перебил, что ли? Туземцы! Вы где? Ух! Не слышно. Не видно. Окей, забираем мясо. Все мясо с собой. Идем домой. Домой, домой, домой. Хочу домой. Так. А под ловушку, конечно, подымаем. Все, погнали. Ой, нет, мы не погнали. Потому что очень-очень тяжело он бегает. Сейчас, знаешь, выбегают туземцев 5 штук. Из лесу и будет, знаешь, какая битва. Очень медлительная будет битва, потому что я не могу быстро перемещаться. Что у меня там забито? Ой, мяса-то сколько? Ой, с костей сколько? 55 килограмм. Так, это выкинем. А это, ой, это мелко, это мало занимает место. Ай, добежим. Сейчас добежим как-нибудь. Не видно никого, не слышно никого. А нужно поддерживать костер. О, какой там дымок идет. Давай, давай, беги, беги. Сейчас крокодил здесь выползет, сожрет же меня. Он даже не запрыгнет, наверное. Он залезет, нет? Нет, походу не залезет. Ты устал, что ли? 55 килограмм, мешок сахара, тащит еще плюс 5 килограмм. Туземцы где-то сзади бегают, стопудово, не вижу их. Смотри, смотри, рыбка, рыбка, прям вот так и манит, где она, где она? А, рыбка, попалась рыбка. А попугайчики летают очень низко, кстати. Можно пробовать потом поохотиться на попугайчиков. Там у нас есть мясо, там есть перья, ну и так ради экшончика, ради, знаешь, развлечений каких-то. Тяжело очень идет, у нас два костра, видишь, дымит, обалденно. Очуменно. Два костра, один хозяин. Обалденно. Тяжело, конечно, очень идет, но дошли. Дошли мы.
знаешь, думаю, в следующей серии будем заниматься уже кузнецом и уже будем пробовать, как это дело работает. Потому что у нас много банок, у нас много железной руды. Сколько копий, сколько убитых аборигенов, ты посмотри. Есть всего лишь одна удочка, которую я нашел именно здесь, на этом острове. Так, идем домой. Идем домой, мясо скидывать надо. Давай, давай, бегом, бегом, бегом. Сколько у нас кусков мяса? У нас много, 8 костей. А у нас 8 кусков мяса. Шишки. Есть хочешь? Пить хочешь? Нет? Нужно, знаешь, маленько облегчить себе. Выпить. О, минус пару грамм. Так, что? Что, костер горит? А костер горит, мясо у нас готовится. Это здорово, у нас на подходе еще есть мясо, кстати. А, давай-ка, закинем пару уголечков, закинем сюда. Так, все чудесно. Мясо у нас готовится, пускай готовится. А мясо у нас... Слушай, можно пойти поспать уже, наверное, а уже утром закинуть свежую партию мяса. Хотя она не успеет приготовиться. Что у нас по... 17 часов. 17 часов, 12 часов. Обалденно. Спать мне 8 часов, и там останется 4 часа. Давай-ка закидываем сюда это мясо. Закидываем сюда. 12 часов сюда. И у нас осталось 5 кусков мяса, а по 17 часов. Да, 17, 17. Да, по 17 часов. Так, окей, все, маленько разгрузили. Это здорово. Мясо пускай готовится, мы пойдем, наверное, спать. Потому что энергии... Да, нужно, наверное, пойти руки помыть и скушать один бананчик. Так, помоем ручки. Помоемся. Ну, все хорошо. Так, закрывайся. Так, ну что, поддерживаем костерчик, идем-ка спать, скушаем один всего лишь банан. Так, погоди, у меня есть похлебка. Так, ее мы выпьем. Кости. Кости нужно сейчас выкинуть. Потому что у нас мясо занимает. Килограммы занимает. У нас нет кости. Здесь будут кости у нас. Слушай, столько ящиков я сделал за эти 70 дней выживания, и все ящики практически забиты костями. Кости от туземцев, кости от животных, костей реально много. Так, пару уголечков, скушаем один банан. Банан уже скоро испортится. Так, один банан мы съели, и, в принципе, да, еще хочу бананчик съесть. Сердцевина испортилась. Ее, конечно, уничтожить. Так, все, пойдем спать. Поддерживаем огонь. Все прекрасно у нас горит. Все раскидали. Там и сям нужно спать. Нужно набираться сил. И у нас новый день выживания. Как раз до 8 мы спим. И идем, наверное, друзья, в джунгли. Пойдем-ка в джунгли. Ой, проснись. Проснись, мой друг, и пой. Проснись и пой. Костер горит, все прекрасно, мясо у нас копченое, это здорово. Мясо все забираем и, конечно же, будем готовить следующую партию мяса. Так, забирай, забирай с собой. Так, все, кидаем свежую партию мяса. Так, это сюда. И еще один кусок мяса у меня остался. Пойдем его приготовим. Да, я давно не готовил мясо. Можно сделать похлебку, наверное. Супчик пойдем сварим. А солнце скоро поднимется. У нас давненько не было дождя, поэтому у нас уже пустая одна фляжка. Так, набираем полностью. Там маленько цедится, видно, цедится. А здесь у нас совершенно все пусто. И погнали мы готовить себе супчик. Так, наливаем воду. Все, кидаем кусок мяса. Тут у нас пусто. 34 килограмма, было у меня 29 килограмм. А, мясо слишком тяжелое. Так, похлебка у нас готова. Мы ее выпиваем полностью. И все подняли. Все, идем в джунгли. Пойдем строить дальше наши построечки. Мясо выкидываем сюда. Мясо, кстати, испортилось, которое сегодня ковал. Вот этот кусок мяса испортился. Так, мясо нам сюда. Это получается у нас 4 дня. Обалденно. 4 дня мяса. Очуметь. Тут у нас мяса реально много. Ну и сколько? 5 дней. 5 дней. Вот это дело. Так, пускай готовится. А костер здесь поддерживаем. Набираем полностью фляжку, чтобы хотя бы, знаешь, вода у нас. Все, вода у нас есть. Мы погнали рубить дальше деревья. Да, погнали дальше. Копья есть. Лук у нас есть.
ну, практически уже скоро сломается, кстати. Погнали дальше делать. Тут у нас рыбка не попала. О, попалась одна рыбка всего лишь. Ну, в принципе, неплохо. Так, нужно еще бревна, нужно еще веревки. А короткие палки тоже нужны обязательно. Сейчас мы дело все скинем сюда. Все, побежали. А нужны бревна. Погнали рубить, погнали добывать мясо. Туземцы. В принципе, знаешь, охоты можно уже не заниматься. Мяса у нас реально много. Видишь, сколько? 4 дня, 4 куска. По куску в день. Это реально здорово. Тут у нас никто не попался, что ли? Погоди. А где мой банан? А, ловушка, по идее, сработала. Но никто не попался. Этот, по идее, сивок реально нужен. Ну, посмотрим, для кого. Для ящериц, либо для попугайчиков. Мы идем в джунгли, мы добываем бревна. Сейчас, знаешь, можно накидать кучу толстых бревен. У меня пиявка появилась. И потом таскать. Пиявка, пиявку, пиявку мы уберем. Ой, две пиявки. Нет, не две. Три пиявки мы убрали. Так, где у нас есть деревья? О, вижу деревья. Вот они, деревья. Так, туземцев я не слышу. Мне... О, вот деревья. Вот деревья, вот деревья. Рубим. Сейчас потаскаем. А пойдем в ловушки. Так, вот дерево. Так, получается, два бревна всего лишь. Два бревна с одного дерева. Ну, хотя бы так. Накидаем, наверное, вот здесь кучку. Потом будем отсюда уже таскать. Длинные палки, короткие палки тоже нахватаем. А здесь у нас валяются личинки. Фу, какая гадость. Какая отвратительная гадость. Так, это у нас пенек просто. Так, вот у нас бревна. Мне нужно бревна, потому что бревна реально дефицит. Так, 4 бревна. Это довольно быстренько мы добыли. Нужны еще бананы, кстати. Нужны еще веревки. Так, короткие палки добываем, веревки тоже добываем. Сколько у нас веревок? Веревок вообще у нас ноль. Они, по идее, мало вешают. Так, вот деревья. О, смотри, сколько деревьев здесь. Ну-ка, ну-ка, погоди-ка, давай крубить. Столько деревьев, обалдеть. Сейчас построим целый амбар. Так, куда ты упала? Далеко упала. Где второе бревно толстое? Так, грибочки, грибочки. Эти грибочки мне не нужны. Тут у нас длинные палки валяются. О, бревно валяется. Так, забирай бревна. Сейчас нахватаем много веревок. Курочку мы делаем. Нужны же, конечно, и длинные палки, кстати. Да, длинные палки тоже надо для тех удочек. Туземцев я не вижу. Довольно, знаешь, спокойно, тихо. Ну, знаешь, затишье перед бурей, мне кажется. Они потом как появятся. Они потом как разбегутся. И бывает даже по 5 штук. Мы уничтожили 2 племени туземцев в этой игре. И они больше там не появляются. Но эти 5 абориген, эта пятерка появляется, знаешь, рандомно. Я просто вне стримчика, вне ролика проходил там по джунглям, смотрел интересные места, где что. И находил этих, эту пятерку находил. Они сражались достойно, но погибали всегда от моих рук. Так, мы нахватали длинные палки и забираем в горку. В горку заберем их. Бегаю, смотрю в землю. Наткнусь на абориген, буду орать. Буду громко орать. Так, грибок можно забрать и приготовить себе на обед. Так, давай-ка, наверное, заберем еще веревок. Заберем, наверное, еще одно дерево и побежим строиться. Строиться. Потому что, наверное, уже скоро обедать. Скоро надо покушать будет. Так, берем уже много. Это здорово. Так, вот дерево толстое. Рубим. Так, падай, падай. Так, короткие палки у меня 9 штук. Практически все забил. Да, 10 штук. И забираем еще одну партию толстых. Толстых деревьев. Вот. Длинные палки, короткие палки, все практически добыли максимально, это здорово. Тяжело уже ходит, и погнали сразу же таскать. Так, можно взять третье? О, третье бревно взяли, чудесно. Побежали, побежали.
Так, ну что, кто у нас? Ой, ты посмотри, ты же, мы его живьем поймали. Вот это я... Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, реально ловушка офигенная. Но, понимаешь, в чем подвох? Мне придется самому его убивать. Зрелище не из приятных. Я тебе сразу говорю. Зрелище реально не из приятных. Но делать нечего. Знаешь, реально. Погоди, а можно схватить его? Ну-ка, погоди, схватить. О, схватил. И куда его? Ой, ты куда? А ты куда? Ты живой? Нет. А он живой? Нет, он сел так няшно. Нет, он походу мертв. Я просто взял, схватил и все. А я думал, смогу его, знаешь, себе домой привезти. Будет у меня дома кабанчик. Слушай, а ловушка реально прикольная. Мне понравилась. Да. Я поймал впервые на эту ловушку, на этот съёк. И тут тоже есть мясо. А, походу, здесь нужно делать, знаешь, точно. Мы прямо сейчас тут сделаем, наверное, коптильню. И будем тут коптить мясо. Слушай, реально, идея гениальна. А, бамбуковые заросли есть. Да-да-да, прям тут сейчас будем делать. Но знаешь, в чем беда? Мы будем не коптить, наверное, а делать вяленое мясо. Давай посмотрим по книжке, что у нас есть. А, надеюсь, меня никто там не ударит. А, тут у нас не то, не то, не то. А, где находится? Постройки. Это у нас хибара. Это хибара, это тоже не то. Костер? Нет, тут не тут. Это у нас обычные постройки. А тут у нас костром. Да, постройка для костра, а бамбуковая коптильня. Большая. Во, сушильня. Она идет без костра. Долго готовится мясо. Мы сделаем, наверное, тут-то прям. Потому что мяса здесь много. Пускай здесь у нас мясо реально будет... Погоди, давай, наверное, сделаем чуть выше. Оно тут не строится, что ли? А почему здесь не ставится, непонятки. А найти место. Место почему не ставится? Погоди, отмену. Давай-ка еще раз в книжку. О. Она тут не ставится. Проблемка. Я хотел здесь, по идее, поставить. И чтобы здесь готовилось мясо. Так, эти бамбуковые палки нужно отсюда убрать. Возможно, из-за них у нас не ставится. А, все понятно. Я понял, как глюк это исправить. Нет, не получается так исправить этот глюк. Так, окей. А, мясо есть, берем бревна и погнали домой. Скинем мясо дома. Как тяжело идет у нас. А где наши туземцы? Где мои туземцы? Я стал за них переживать. А знаешь, нужно сбегать, наверное, куда-то в джунгли и попробовать их найти. Стоит, не стоит, напиши комментарий, что стоит пойти в джунгли, найти себе приключение на задницу. Либо не стоит. Либо нужно дальше строить базу, укрепляться и строить новые ловушки. Видишь, построили ловушку сегодня и поймали. Ой, сколько рыбы здесь будет. Обалдеть. Опа, готово. Так, нужны длинные палки, они у меня есть в наличии. У нас будет много пираньи. Я смогу приготовить суши. Так, заберем, наверное, сразу же. А, бери по одной. Там нужны две, кажется, да? Так, скидываем мясо. У нас мясо там готовится. Нужно скинуть мясо. Мясо реально дофига. Так, одну сюда. По веревке, веревка, веревка, веревка. А, кинь сюда. И готово. Так, осталось две достроить. Еще одна ходка и достроим. Так, у нас мясо. У нас много мяса свежего. А по 17 часов. Это здорово, костер поддерживается. У нас тут готовится мясо. Мне нужно, знаешь, найти повариху, чтобы здесь готовило мне. Потому что я хочу... О, тут у нас есть местечко, да? Есть место? Место есть. Это здорово. А, мясо готово. Это мясо готово. Заберем с собой. Сюда свежее мясо. Так, здесь у нас местечко больше нет, да? Мест больше нету. Так, мясо скинем сюда. Потому что много занимает килограмм. Много. 35 килограмм. И скинем этот кусок мяса. Так, все, погнали. Там есть еще кусок мяса. Тащим бревна, тащим мясо домой. Я теперь реально буду жрать. Одно мясо. Так, что у нас по еде? А, я хочу пить, я хочу бананы, у нас ничего нету. Шишки хочешь? Да, хочу шишек.
Так, это съесть. Это выпить. О, здорово. И погнали мы обратно за бревнами. Так, слушай, слушай, ты посмотри, сколько здесь дичи. Одна дичь, вторая дичь. Как он дергается, забавно, да? Жалко, конечно, его убивать, друзья. Вам жалко? Напиши комментарий прямо сейчас. Пускай и так много мяса. Вон там еще один бегает. Прибегу еще туземца. Буду угощать туземцев еще. Туземцы, вы где? Так, шишек есть? А шишек я не вижу. Так, берем бревна. Три бревна и побежали домой. У меня очень много мяса, и я реально могу угощать туземцев. Туземцы, наверное, просто голодают. Я всю дичь забрал их, понимаешь, видишь? Вся дичь здесь ползает. Одна висит, другая валяется. Я еще, конечно, построю эти ловушки, потому что реально будет прикольно. Будет мясо всегда. Я пришел туда, один висит, другой лежит, и бери кого хочешь. Тут у нас много рыбы. Видишь, как здорово у нас. Так, все, одно бревно лишнее, конечно. А мы здесь его закинем. Пригодится, знаешь. В хорошем доме все дело пригодится. А рыба есть, и реально здорово. Так, 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 по веревкам и готово. Обалденно. А нужна всего лишь одна длинная палка и веревки нужны. И достроим 5. Так, забери одну всего лишь. Так, 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 все достроим. У нас 5 удочек. 5 автоматических удочек. Реально круто, да, мой друг? Напиши комментарий. Круто, не круто. Так, не хватает 2 веревки у меня. Кстати, банана. Я забываю тут банан забирать. Так, банан мы заберем. О, сколько штук. 4 банана. Так, веревки. Веревки. Есть веревки тут. Есть такое дело. Заберем. Вот интересно, а как можно поймать крокодила? Потому что ловушки есть для животных, а для крокодила интересно, как поймать живого крокодила? Это мне реально интересно. Так, мы взяли веревки, сейчас мы достроим. Так, все готово, все ловушки у нас работают, рыбку мы заберем. Одну, вторую и, конечно, опускаем все. Ну что, 5 у нас удочек автоматических, это реально здорово. Можно просто, видишь, подходить сзади и опускать. Опускай. О, здорово. 5 автоматических удочек. Обалденно. Мы реально уже выживаем. Просто офигеть. Осталось 30 дней выживания. Что у меня по килограмм? А, бананы, мясо. У нас все это есть вдоволь. Но я почему-то не ем. Это съесть. Это съесть. Это реально офигенно. Все, нет, не все. 4 банана нужно в день есть, кстати. Не хватает, знаешь, дождя. Потому что уже засуха. О, крокодила вижу. Крокодила вижу. Крокодил, плыви сюда. Где он там? Ой, промахнулся. Давай тебе рыбка. Рыбка есть. Там был крокодил, кстати. Куда-то он уплыл. Ну ладно, к черту. Черт на крокодил. А, пускай плавает. У нас 5 автоматических удочек. Ловятся одни пираньи. Ну, все равно здорово. Реально здорово, друзья. Будем уже заканчивать на этом этапе. Будем продолжать уже выживать. Будем изучать кузнеца. И, конечно же, искать все приключения на нашу задницу. Спасибо, что досмотрел до сюда. Ставь колокольчик, подписончик. И, конечно, увидимся в новых сериях по выживанию Зеленого Ада. Всем спасибо и всем пока.